Российские саперы продолжают выполнять задачу по разминированию исторической части города Алеппо. Только буквально за сегодня было обнаружено 4 закладки в жилых домах общим весом более 500 кг. Все закладки были установлены на неизвлекаемость с применением обрывных датчиков и растяжек. Данные закладки были обезврежены и уничтожены в соответствующем порядке саперами. Кроме того, мы имеем на сегодняшний день следы варварского так называемого минирования. Мы находим в домах игрушки, детские игрушки, начиненные взрывчатыми веществами, установленные на неизвлекаемости, в частности с датчиками наклона и обрывными датчиками. Обнаружены очень часто фугасы, установленные замыкателями типа гирлянды. Кроме того, сегодня были обезврежены несколько мин иностранного производства, а также самодельного кустарного производства, направленного действия. Все взрывные элементы, фугасы, как самодельные, так и промышленного изготовления, обезврежены и уничтожены в установленном порядке. Кроме того, район характеризуется большим количеством туннелей, ходов сообщений, которые прорыли боевики. Вот в данном случае вы видите закладку, которая выходит под дорогу, управляемая по проводам. Далее мы имеем такие же ходы сообщения под здание, в котором также имеются закладки, установленные на неизвлекаемость, управляемые различными способами, как по проводам, так и по радио. Значит, на данный момент времени уже проверено более около 2000 гектар, обезврежено более 24 000 боеприпасов.